Вот, смотрите, еще один нюанс. Когда вы работаете с человечком, обязательно предупреждайте, что вы будете делать, да? Вот, я типа нажимаю немножко, спросите у меня разрешение. Ты не против? Потому что некоторые боятся вот этих кузов. Да, да. У некоторых бывает зашоренное мировоззрение, даже у врачей, как я вам говорил. А если они хотят, то не надо? То не надо, да. А если хочется помочь? А если значит, надо перед этим говорить о том, что у тебя есть авторская методика, и ты применяешь коррекцию мануальную. Да. Или элементы мануальной коррекции. Ты не будешь говорить, когда ты это делаешь, потому что человек уже будет зажиматься. Ты просто изначально говоришь, кто ты, какой ты специалист, и она должна или довериться тебе, или сказать, нет, не надо меня крутить, или там вертеть, щелкнуть, все. Во время приема желательно это не говорить, потому что он уже сразу заблокируется, бояться. Да, да. Когда я говорю, кто я, к примеру, кто я и что я делаю, человек уже мне доверяет. Это я говорю правильно, правду. И когда я уже провожу эти приемы так легко, мягко, не означая, оп, и сделала. Она же даже не успела реагировать, человек. И говорит, а я вы даже не ожидала, не рассчитывала, то есть никто мне так никому не давалось. Говорит, а здесь не успела даже это реагировать. Говорю, ну правильно, потому что профессионалы знают, как ходить к этому. Да, поэтому в технике безопасности. До этого говори. Обязательно предупреждайте, говорите. Во-первых, с пенсионерами лучше такое вообще не делать. Во-вторых, у человека могут быть до этого когда-то несколько лет назад сломаны ребра, а мы все-таки давим на переднюю часть, поэтому тоже лучше его не надо. Все например, спрашиваем. С левой стороны анамнез ребро, да? Собираем. Только справа можно понажимать, да? Анамнез, да, такая медицинская. Ну, конечно. Выражение профессиональное. И человек вам должен полностью доверять. Если вы чувствуете, что он бац, плечи нам поджал, да? Все, лучше не делайте. Лучше не делать, иначе эта скованность пойдет на другие мышцы, она куда-нибудь перетянет совершенно в другую сторону. Связки, понимаете? Вот сейчас Маша нам полностью доверяет, да? Поэтому мы так с ней достаточно обходительно обошлись. Вот. И разговаривайте с клиентом. Те, кто знают, они уже дышат правильно, да? При каждом нажатии надо делать выдох. Чтобы ему помочь, человеку, говорить ему, теперь дышим вместе. Или ловите мои движения. Я вам сейчас буду дышать, и вы чувствуете, когда мы делаем выдох. Выдох должен быть громкий. Маша, давай вместе. Готово? Так, вот тут большой выдох делаем. И после того, как я нашел полностью выдох, после этого я нажимаю. Поняли? Заставляйте его дышать, чтобы пациент был к вам готов. Это синхронная работа, ваша с ним. Нельзя это все отдельно делать. Это. Теперь? 1000 рублей на Авито. Помахали ручкой, сказали, что не компенсируют, написали письмо. Да? Хорошо. Значит, смотри. Далее поработаем с шеей. Помнишь, я рисовал? На шее тоже вращательное движение будем делать. Да. Ну, еще смотрите, еще вот можно с поясничной областью повыдергивать эти позвонки вверх. Но это все зависит, опять же, от тела человека. Когда тело человека дается, там взять да. кожу. Вот у это. Кого-то кожа там болезненная, очень у кого-то жира плотно. Много, у кого-то она вообще оттягивается. Вернись ко мне. Ой, надо схватить. Это тоже через ткань, да? Да, это через ткань, да, чтобы, во, вот чтобы не соскальзывало. Видите? Вдох. Да, это мы сейчас до него дойдем. Вот, и выдох. Хорошо. Вот, выдох. Вот так вот мы вытягиваем позвонки, только поясничной области. Далее вот это грудной отдел. Прежде чем опять на него воздействовать, я обычно еще простукиваю. Мягко простукиваю. Не сразу по позвонку, понимаете? А делаю воздушную подушку, и только потом я стучу. Хорошо. Причем такой упор идет, что я как бы простукиваю, упираюсь позвонками вверх. Вот туда давление идет. Да, нашла следующий позвонок. Нашла следующий. Вот туда, да. Еще. То есть просто еще. Последний, наверное, здесь кончил. Можно? Потому что до шеи доходить не надо. Вот до сюда такая. Здесь? Ну, до. Нет, это уже высоко. Вот до сюда. До сюда? Да. До последнего грудного позвонка. Ну что, как? Вообще, вы видите, где грудной позвонок заканчивается? И где шея начинается? Они обычно два выступающих. Вот тут. Видите? Почувствуете? Один из них шейный, другой грудной. Вот это мне движение нравится. Да? Я рад, что тебе понравилось. Подушку больше делай.
воздушную подушку побольше. Так? Да. Так, ну что, поработаем с шеей теперь. Угу. Вот тут шею надо... Выпрямим Машке. Да. Давай, шею. Знаешь, Маша, мы тебя переложим немножко.